И немного подробнее о возможностях, которые откроются для горожан с приездом выставки ярмарки региона России. У горцев появится возможность совершенно бесплатно проверить зрение на месте и изготовить очки за считанные минуты. Свои услуги и продукцию предложит мобильная оптика. Мобильная оптика – это качество и комфорт. На выставке с помощью современного аппарата оптик-консультант сначала проведет обследование глазного дна и выпишет рецепт. Изготовить очки любой сложности при желании можно будет там же, в специализированной мастерской. Вся процедура займет не более 15 минут. Очки, кстати, могут быть любой сложности – от бифокальных, прогрессивных до остеогматических. Также на выставке можно будет приобрести линзы, защищающие глаза от компьютерного облучения. В широком ассортименте будут представлены линзы-хамелеоны и специализированные для вождения. К ним клиенты смогут выбрать и подходящую оправу. Бесплатно проверить зрение или приобрести готовую оптику можно на выставке продажи с 5 по 9 октября в торговом центре «Славянский».